дежурный по управлению Серов слушает. Говорит Артузов. Слушаю вас, товарищ Артузов. Разыщите Косинова и скажите, что я прошу его срочно зайти. Я жду у телефона. Ясно. Первый пост. Косинов проходил? Что? Понятно. Четвертый отдел. Косинов у вас? Так. Так, хорошо. Хорошо, я жду у телефона. Я слушаю. Товарищ Косинов, вас срочно просит зайти начальник управления товарищ Артузов. Иду. Благодарю вас, товарищ дежурный. Я все слышал. Ты меня звал? Да. Через полчаса нас вызывает Дзержинский. Думаю, будет интересоваться делом Якушева. Ясно. Да, у меня кончилась махорка. Возьми на шкафу. Спасибо. Ты слышал доклад Ленина? К сожалению, я слышал не весь доклад. Ты знаешь, откровенно говоря, на съезде волновался. Большой театр, лабиринт. Знаю, что дежурные на местах не подведут, а все-таки... Я тоже неспокоен, когда выступает Ленин. К тому же знаю привычку Владимира Ильича. А Дзержинский как-то рассказывал, с год назад это было, идет он к Троицким воротам, и вдруг навстречу Ленин. Феликс вне себя. Владимир Ильич, как же вы один, без охраны, а Ильич ему? А вы, Феликс Эдмундович? Да, мне сказали, что в отчете говорилось что-то о ЧК. Да, это я записал слово в слово. Хочешь прочитать? Ну-ка. Разберешь? Попробую. Господа капиталисты, российские и иностранные, мы знаем, что вам этого учреждения не полюбить. Еще бы. Оно умело ваши интриги и ваши происки отражать, как никто в обстановке, когда вы нас душили, когда вы нас окружали нашествиями, когда строили внутренние заговоры и не останавливались ни перед какими преступлениями, чтобы сорвать нашу мирную работу. У нас нет другого ответа, кроме ответа учреждения, которая знала бы каждый шаг заговорщика и умела бы быть не уговаривающим, а карающим немедленно. Хорошо сказано. Ну, вернемся к делу Якушева. Давай-ка поближе познакомимся с его прошлым. Вот пока всего две фотографии в нашем распоряжении. Не густо. Вот групповая фотография. Видишь на ленте надпись «Императорский Александровский лицей. Выпуск 1907 года». Обрати внимание на лица. Да-да. На каждом из них самодовольство и надменность. Ну, еще бы, еще бы. Цвет аристократии, золотая молодежь. А наверху воспитатели, директор, преподаватели. Обрати внимание на этого господина в пенсне с завитыми усами и с большим лбом. Правда, его значительно увеличивает лысина. Но какой выразительный, чуть насмешливый взгляд. Кто это? Это и есть Александр Александрович Якушев. Видно, что человек с характером. А вот среди лицеистов другое нужное нам действующее лицо. Юрий Александрович Артамонов. О нем в своих показаниях написала Варвара Николаевна Страшкевич. Он ей приходится племянником. Артузов слушает. Товарищ Артузов, вас и Косинова просят к товарищу Дзержинскому. Хорошо, мы идем. Феликс Эдмундович просил, чтобы вы взяли последние протоколы допросов Якушева. Хорошо. Здравствуйте, товарищ Косинов. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур Христианович. Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Слушаю, товарищ Дзержинский. Прошу никого в кабинет ко мне не пускать и по телефону не соединяйте. Ясно. Слушаюсь. Товарищи, по сведениям из-за границы и данным, полученным внутри страны,
Мы убедились, что на советской территории действует довольно многочисленная и глубоко законспирированная контрреволюционная организация. Она называется Монархическая организация Центральной России, МОЦР. Центр ее находится в Москве, а разветвление в Петрограде, Нижнем Новгороде, Киеве, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе. Несомненно, что существуют еще организации и группы, но пока неизвестные нам. МОЦР установил прямой контакт с центрами белой эмиграции за границей и, опираясь на их помощь, готовит восстание против советской власти. ЦК нашей партии, которому я доложил материалы по этому делу, предлагает нам не производить арестов всех известных участников организации. ГПУ должно взять деятельность МОЦР под неослабный контроль с тем, чтобы выяснить масштабы ее, организационные формы построения, идейных и практических руководителей, состав, программу, цели, тактику борьбы и средства связи с заграницей. Нужно перехватить каналы, по которым МОЦР поддерживает контакты с заграничными белоэмигрантскими центрами. Сделать так, чтобы МОЦР превратилась в своего рода окошко, через которое ГПУ могло бы иметь точное представление о том, как предполагает действовать против нас белая эмиграция, наши враги за границей. Что мы должны делать? Нам нужен человек, который поможет чекистам проникнуть в ядро монархической организации. Человек, которому эти господа верят, и который мог бы стать одним из руководителей МОЦР, действуя в интересах советской власти. Мы арестовали некоего Александра Александровича Якушева. Это видный специалист по водному хозяйству, занимавший в дореволюционное время солидные положения. Мы убедились, что сейчас он не только стоит на позициях враждебных по отношению к советской власти, но и является одним из руководителей МОЦР. Товарищ Артузов, ознакомьте нас еще раз с протоколами первых допросов. Пожалуйста. Я считаю монархию единственным строем, который может обеспечить могущество и величие России. Тем самым я являюсь противником советской власти, контрреволюционером. В этой части показания он, по-видимому, искренен. В 1919 году, когда армия Юденича наступала на Петроград, мы были уверены, что советская власть доживает последние дни. Мы готовили вооруженное наступление. Чем это кончилось, известно. Когда начались аресты, я переехал в Москву, где меня меньше знали. О моем отношении к советской власти сегодня. Я не закрываю глаза на усилия большевиков восстановить то, что разрушено, но настоящий порядок наведет державный хозяин земли русской. На этом я кончаю мои показания. Никаких имен я не называл и не назову. О своей контрреволюционной деятельности я рассказал все, ничего не утаив. Да. Убеждения этого господина предельно ясны. Но мы не должны терять надежды переубедить его, склонить на сторону советской власти. Попытаемся это сделать. Товарищ Артузов, можно сохранить его арест в тайне? Безусловно. Ни в Москве, ни за границей об аресте его пока не знают. Я думаю, что именно Якушев, может быть, говоря иносказательно, тем ключом, который откроет нам, чекистам, доступ в МОЦР. Слышите? Это весна. Да. И еще раз хочу обратить ваше внимание. Мы должны всегда думать о том времени, когда не будет на земле зла. Чтоб добрым быть, я должен быть жесток. Это сказал Шекспир в Гамлете. Желаю вам успеха. Всего хорошего, Феликс Иванович. Дежурный по управлению.
Доставьте ко мне на допрос арестованного Якушева. Есть. Якушев через несколько минут будет у вас. Хорошо. Садитесь, Якушев. Благодарю вас. После первого допроса я познакомился с вашей работой на советскую власть. И меня очень удивил представленный вами в СНХ план по водному хозяйству. Это же явная издевка. Я удивляюсь, как товарищи из ВСНХ не поняли этого. Вы инженер? Я окончил Петроградский политехнический институт. Как же вы оказались здесь, на этом месте? А мы, большевики, идем туда, куда нас пошлет партия. Так вернемся к тому, как вы работали при царе. Вы сами признали, что вам резали сметы. Вы даже ругаете Министерство финансов. При советской власти вам шли навстречу по мере сил. Так или не так? Да. Теперь о другом. Вы семейный человек, у вас дети, но вы не отказывались в некоторых развлечениях. С вашей точки зрения, это преступление? Я старый балетоман. Да. А Мила Юрьева? Вы посещали ее как любитель балета? Я был у нее один раз. В Петрограде. В ее квартире в доме Толстого на Фонтанке. Да. То есть я был в театре на ее бенефисии. И потом поехал к ней. Вы были ее гостем. Но кроме вас кто-нибудь был у нее в этот вечер? Право, не помню, это было давно. Осенью 17-го года. Потом гости разошлись. А вы остались. Вы и еще один гость. Да. Какой-то негациант, восточный человек. Мсье Массино. Да. Кажется, его так звали. Да. Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Так. Ага, хорошо. Понятно, понятно. Ясно. Гражданин Якушев, я прошу вас выйти и подождать в коридоре. Хорошо. Товарищ дежурный, передайте Феликсу Эдмундовичу, что допрос прерван. Слушаюсь. Здравствуйте, Артур Христианович. Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Как идет допрос Якушева? Волнуется. Не ожидал, что так много мы знаем о нем. Вы не возражаете, если я в стороне посижу во время допроса и почитаю его показания? Ну что, Феликс Эдмундович, введите Якушева. Вернемся к осени 17-го года, к вашей встрече с Массино. Пожалуйста. Вы твердо убеждены в том, что он занимался только коммерческой деятельностью. Политикой он, по-вашему, не интересовался. Речь шла о железных дорогах, шахтах. А это не политика? Как же вы, патриот, могли равнодушно отнестись к планам ограбления вашей родины? Мне было неприятно это слышать. Какая деликатность. Так вот, Массино, конечно, был и коммерсантом.
Но у него есть и другая профессия, и другое имя. Его настоящее имя Сидней Джордж Рейли. Он английский шпион и организатор террористических актов против советской власти. Он приговорен к расстрелу по делу Локарта и Гринара. Об этом процессе вы, вероятно, слышали. Ну, оставим этот эпизод вашей жизни, хотя он все-таки пятно на ваших ризах. Я бы сказал, белоснежных ризах патриота. Кто такая Варвара Николаевна Страшкевич? Варвара Николаевна моя соседка. Мы живем в одном доме. Она бывает у нас, мы немного музицируем. У нее приятная сопрано, у меня баритон. Вы больше ничего не можете добавить к тому, что написали? Ничего. Могу добавить. Она мне когда-то нравилась. Да. Вы светский человек, Якушев. Но здесь не салонная беседа, мы не будем терять времени. Вы обещали сказать правду, а написали только то, что нам давно известно о вашей контрреволюционной деятельности. Введите. Гражданка Страшкевич, вы знаете этого гражданина? Знаю. Это Александр Александрович Якушев. Гражданин Якушев, вы знаете эту гражданку? Знаю. Это Варвара Николаевна Страшкевич. При каких обстоятельствах вы встречались с гражданкой Страшкевич? Мы были знакомы еще в Петербурге. При каких обстоятельствах вы встретились с гражданкой Страшкевич последний раз в Москве? Не помню. Предпочитаю не отвечать. Я бы не хотел, чтобы мой ответ повредил Варваре Николаевне. Гражданка Страшкевич, при каких обстоятельствах вы встретились последний раз с Якушевым? В начале ноября, не помню какого числа, Александр Александрович пришел ко мне и сказал: «Я еду в служебную командировку в Швецию и Норвегию. На обратном пути остановлюсь в Ревеле и хотел бы повидать Юрия, то есть моего племянника Юрия Артамонова». Ну вот, Александр Александрович мне говорит: «Напишите Юрию пару слов, вы его обрадуете, а я передам». Ну, я написала буквально пару слов: «Жива, здорова». Александр Александрович взял у меня письмо, побыл недолго, вспомнили прошлое и ушел. После этого я его не видела. Якушев, вы подтверждаете то, что говорила гражданка Страшкевич? Подтверждаю. Так все и было. Мне хотелось сделать приятное Варваре Николаевне. Почта работает неважно, а тут есть случай передать непосредственно привет родственнику. Понятно. Гражданка Страшкевич, у вас есть вопросы к Якушеву? Нет. У вас, Якушев, есть вопросы к Страшкевич? Нет. Уведите гражданку Страшкевич. Слушаюсь. Вы встречались с Артамоновым до встречи в Ревеле? Я ни разу не встречал его после того, как он окончил лицей. Это правда? Повторяю, я с ним не встречался после 1907 года. Ну, не будем терять времени даром. Слушайте, Якушев, вы встречались с Артамоновым не раз в Петербурге. Вы отлично знали, что Артамонов – бывший офицер. В 18 году в Киеве состоял в свите гетмана Скоропадского. Потом в Ревеле работал в английском паспортном бюро как переводчик. Вы все это знали и потому взяли письмо у Страшкевича. Вы были у Артамонова в Ревеле в его квартире на улице Пиру? Да, я был у Артамонова. Почему же вы это скрыли? Я не хотел причинить вреда Варваре Николаевне Страшкевич. Слушайте, Якушев, вы обманули доверие советской власти. Вас посылали за границу с важными поручениями. А что вы сделали? Вы связались с врагами советской власти. Артамонов белогвардеец и враг. Разве вы этого не знали? Разговор у нас был самый невинный.
Он спрашивал меня о жизни в Москве. Так, и что вы ответили? Ответил, что живется трудно, что советская власть пытается восстановить промышленность, что НЭП пока мало себя оправдывает. И это все? И об этом вы говорили 6 часов? Вспоминали старину, то есть прошлое. И только. Больше ничего вы не хотите добавить к вашим показаниям о встрече с Артамоном в Ревеле? Я все сказал. Слушайте внимательно, Якушев. Это касается вас. Я читаю. Якушев крупный спец, умен, знает всех и вся. Наш единомышленник. Он то, что нам нужно. Он утверждает, что его мнение – мнение лучших людей России. Режим большевиков приведет к анархии, дальше без промежуточных инстанций к царю. Толчка можно ждать через 3-4 месяца. После падения большевиков спецы станут у власти. Правительство будет создано не из эмигрантов, а из тех, кто в России. Вы что, в самом деле в этом уверены, Якушев? Не совсем так. Читаю дальше. Якушев говорил, что лучшие люди России не только видятся между собой, в стране существует, действует контрреволюционная организация. В то же время впечатление об эмигрантах у него ужасное. В будущем милости просим в Россию, но импортировать из-за границы правительства невозможно. Эмигранты не знают России. Им надо пожить, приспособиться к новым условиям. Якушев далее сказал, монархическая организация из Москвы будет давать директивы организациям на Западе, а не наоборот. Зашел разговор о террористических актах. Якушев сказал, они не нужны. Нужно легальное возвращение мигрантов в Россию, как можно больше. Офицерам и замешанным в политике обождать. Интервенция иностранная и добровольческая нежелательна. Интервенция не встретит сочувствия. Так, и Якушев, безусловно, с нами. Вот о чем вы говорили с Артамоновым, Якушев. Вам известна фамилия Щелгачев? Всеволод Иванович Щелгачев. Известно. Он работал в разведке у Врангеля. Он присутствовал при вашем разговоре с Артамоновым? Да. Подведем итог. Таким образом, вы, действуя от имени контрреволюционной организации в Москве, предлагали свои услуги по установлению связи этой организации с белоэмигрантами за границей. Подтверждаете? Подтверждаю. Да. Все это было. Было. Но откуда? Как вы узнали? Теперь все равно я сознался, но откуда? Как вы узнали? Не Артамонов же? Не Щелгачев. Не такие это люди. Они полны ненависти к вам. Это правда. Тогда кто же? Впрочем, вы мне, конечно, не скажете. Кто? Эта мысль меня будет мучить, когда я буду умирать. Артамонов. Так. Вы можете посмотреть письмо Артамонова князю Ширинскому Шахматову из Эстонии в Берлин. Выпейте воды, Якушев. Вот как на вас подействовало. Вы потрясены. Вы верили в то, что имеете дело с серьезными людьми, белыми витязями, как они себя называют. Хороши витязи. Сами сидят за границей и играют чужими головами, подставляя под удар таких вот, как вы. Кому вы доверились?
Эти господа играют в конспирацию по-мальчишески. Вот видите, письмо Артамонова очутилось у нас, его прислали нам наши товарищи из Берлина. Разве мы не знали вашего прошлого и того, чем вы занимались в 19-м году? Знали, зачеркнули, поверили и дали вам работу. И вы могли хорошо, честно трудиться по своей специальности. К нам пришли, с нами работают люди, которые вначале скептически, даже враждебно относились к советской власти. А такие, как вы, Якушев, шли на советскую работу с расчетом, чтобы под маской честного специалиста устраивать контрреволюционные заговоры. Так? Да. Так. Я виноват в том, что, находясь на советской службе, связался с эмигрантами. Но, по правде говоря, это ведь... Были одни разговоры. Мне хотелось произвести впечатление. Я говорил о том, чего нет в действительности. Одни разговоры, уверяю вас. Нет, нет, Якушев. Это были не просто разговоры, не контрреволюционная болтовня. Есть конкретные, уличающие вас факты. Вы и ваши единомышленники в Москве и Петрограде готовили выступление против советской власти. Вы были одним из руководителей подпольной монархической организации. Подумайте, в ваших ли интересах об этом молчать? Подумайте об участи, которая ожидает вас, если по-прежнему будете лгать и изворачиваться. Только полная искренность, полное признание своей вины, своих преступлений может облегчить вашу участь. Прошу вас, Артур Христианович, продолжайте допрос. Якушев, вы говорили Артамонову и Щелгачеву. Я против интервенции. Говорил. Гражданин следователь, мне отвратительна мысль об этом. А им нет. Они согласны отдать Россию Антанте, кому угодно, лишь бы им возвратили их чины и имения. Как вы думаете, для чего вы им были нужны? Почему они и сейчас ждут вас? Кстати, это нам известно. Вы им нужны. Через вас хотят руководить контрреволюционные организации внутри советской страны. Террористами, диверсантами, шпионами. Вот для чего вы им нужны. Но я сказал им, что против террора. Да, вы так говорили. Вы говорили о правительстве из спецов. Но это смешно. Они только и ждут, чтобы опять сесть на шею народа. А вы им, нет, это мы, спецы, войдем в правительство, а не вы, эмигрант. А их цель другая. Помогите вернуться, а там мы вам покажем, кто будет править Россией. Подумайте об этом, Якушев. Думаю. Я о многом думал. Перед смертью не лгут. Я сознаюсь во всем и полностью. Признаю свою вину. Мне абсолютно ясна бессмысленность наших действий. Бессмысленность? Преступность? Да, преступность. Я видел, что мы идем против народа, и все-таки упорно гнул свою линию, искал единомышленников, людей, способных на диверсии и убийства. Теперь я вижу, как это было мерзко и глупо. Впрочем, зачем я вам это говорю, гражданин Дзержинский, все равно вы мне не поверите. Почему не поверим? Мы считаем вас принципиальным человеком, даже патриотом. Иначе этого разговора не было бы. У нас с вами идейный поединок. Ваши монархические чувства – это классовая ограниченность. Нельзя же быть слепым. Чтобы служить Родине, надо быть не просто лояльным, а подлинным ее гражданином, работать для нее не за страх, а за совесть. Мы вам поверили. Артур Христианович, вы поддержите меня, если я предложу освободить из-под ареста Якушева? Ну, это для меня, правда, неожиданно, но если вы... Ну, вот и хорошо. Вы свободны, Александр Александрович. Я правильно вас называю? Да. Предупреждаю, о вашем аресте никто не должен знать. Ни одна живая душа. Об этом также предупреждена гражданка Страшкевич. Да. Спасибо. Я не ожидал. Вот ваши документы. Благодарю.
Феликс Эдмондович, а вы думаете, что... Поживем, увидим. Вам кого? Ты что? Меня не узнала? Папа! Папа, мамочка, папа приехал! Что? Боже мой, Александр! Ой, как мы тебя ждали. Поезд опоздал. Боже, у тебя же борода. И притом седая. Утешься, завтра бороды не будет. Как только пришла телеграмма, я решила ехать к тебе. Но меня так напугали. Какая телеграмма? Твоя. Ну, ты что, не помнишь? Ну, вот же она. Серьезно болен. В точках уход хороший. Не волнуйся, обнимаю, Александр. Ах, да. Температура высокая, тиф. Разве упомнишь? Ира, мне кто-нибудь звонил? Два раза тебе звонил генерал Потапов. Он что-нибудь передавал? Нет, он спрашивал, как ты работаешь, узнал, что ты болен, и очень беспокоился. Да, тебе же несколько раз звонил еще какой-то Любский. Хорошо, хорошо. А где телефонная книжка? Я хочу позвонить Потапову. Ты очень устал с дороги, Александр. Конечно. Вот если бы ванну. Ну хорошо, хорошо, я сейчас приготовлю. Простите, пожалуйста. Можно пройти в терапевтическое отделение к Николаю Михайловичу Потапову? Это что, к генералу? Да, бывшему, разумеется. Да, ну, конечно. Он накануне выписки, ему разрешены прогулки в парк. Вы пройдите, он всегда там гуляет. Благодарю. Дорогой Александр Александрович, а я вас заждался. Да был в длительной командировке и там заболел тифом. Ай-яй-яй, батенька, да. С этим не шутят. Недолго и на тот свет попасть. А вы как себя чувствуете? В общем, ничего, только вот сердечко пошаливает. Давайте посидим на скамеечке. День теплый, солнечный. С удовольствием. Привел Бог опять в Петровскую военную гофшпиталь, как говорили в старину. Да, между прочим, мы сидим под Петровским дубом. Что-то вы в грустях, друг мой. Есть причины. Неприятности по службе? Я ведь в некотором роде ваш крестный отец дал добрый совет пойти работать. Мы с вами поступили правильно, как и следовало сынам России. Николай Михайлович, можно с вами говорить откровенно? Как всегда, мой друг. Вы уверены, что советская власть в России надолго? Этот вопрос от вас, работающего в советском учреждении, для меня неожидан. И все же я вам скажу, я глубоко убежден, что власть рабочих и крестьян сейчас России нужна больше, чем династия Романовых или Государственная Дума. Угу. Это поняли многие,
думающие люди в России. Мне кажется, я тоже это понял. Но вот иногда одолевают всякие сомнения. Может быть, у вас какие-нибудь неприятности по службе? Может быть. Может быть. Но сейчас, по-моему, все хорошо. Больной, вам пора на процедуру. Иду, иду. Александр Александрович, голубчик, заходите на днях, если будете свободны. Не беспокойтесь, Николай Михайлович. Сейчас уже, думаю, все будет в порядке. До встречи. Разрешите прикурить? Я не курю. Здравствуйте, Александр Александрович. Давненько мы вас не видели. Ах, это вы, Ртищев. Здравствуйте. Рад вас видеть здравым и невредимым. Прогуливаете собачку. Какой чудесный фокстерьер. Вот уж не вовремя вздумали болеть. Еле выжил. Ну как вы, что у вас? Все в лучшем виде. Ждем вас, нашего неутомимого и энергичного Александра Александровича. Как это все-таки угораздило вас сразу махнуть в Сибирь? Это после заграницы, после Швеции и Ревеля. Вот как получилось. Приехал, пришел к начальству, а мне суют командировку, билет в Иркутск. И в тот же вечер я уехал, даже отчет не успел сдать. А там в Иркутске подхватил тиф. Так что о ревельских делах мы даже с вами как следует не поговорили. Поговорим, дорогой мой, поговорим. Теперь о главном. Мы желаем, чтобы вы возглавили одну сильную группу. Она возникла, пока вас не было в Москве. Вам в ближайшие дни позвонит человек, пароль, предложение об обмене фортепиано фабрики Мюльбах. Вам надлежит встретиться. Алло. Алло. Попросите, пожалуйста, Александра Александровича Якушева. Папа, тебя к телефону. А, спасибо. Я слушаю. Якушев? Да, Якушев. Вы, кажется, имели желание обменять ваше фортепиано на рояль. Да, на рояль кабинетной фабрики Мюльбах. В таком случае угодно вам встретиться, скажем, в сквере Большого театра завтра? Время зависит от вас. Я могу около 4 часов. Превосходно. А как я вас узнаю? Значит, до завтра. Машенька, может, ты погуляешь с Бумом, а то мне надо поработать. Хорошо, папочка. «22:15, пожалуйста». Товарищ Артузов? Да, это я. А кто говорит? Это Якушев Александр Александрович. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Мои прежние друзья настаивают, чтобы завтра я с ними встретился. Я не знаю, как быть. А почему бы вам не пойти? Если вы не придете, это их встревожит. Пока вы у них не подозреваете. Нам бы не хотелось, чтобы вам угрожала опасность со стороны ваших бывших друзей. Угу. Хорошо. Пожалуй. Спасибо. Ну, всего. До свидания.
Я вас столкнул, извините. Пожалуйста. Я от Любского. Присядем на минуту. Для вас моя фамилия Ставунец, Эдуард Отч. Для других Аперпут, Селянинов, Упельниц и так далее. Смотря по обстоятельствам. Я думаю, что здесь, в сквере у Большого театра, не место для такого разговора. Разумеется. Как вы относитесь к кавказской кухне? Странный вопрос. Если барашек карачаевский, что может быть лучше? И бутылка хохитинского, дары солнечной Грузии. Прекрасно. В таком случае, прошу, это недалеко. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Все принято во внимание в смысле конспирации. Предпочитаю это заведение. Служу, господин. Традиционный ужин для лучших друзей. Слушаю, господин. Хорошо. Так. У меня наилучшие отношения с хозяином. А главное, можно спокойно поговорить. В случае необходимости открывается окно и испаряешься тихо, бесследно. Слушаю вас. Мои петроградские друзья, связанные с известным вам Юрием Александровичем Артамоновым, поручили мне от его имени выяснить, чем объясняется столь длительное ваше молчание после того, как все было договорено. Все ли? Не прикажете ли переписываться, прибегая к обычной почте? Понимаю. А других причин не было? Были. Я был в длительной командировке в Иркутске. Там имел несчастье заболеть. Тиф. А, тогда понятно. Они в Ревеле обещали мне наладить прямую связь с Москвой. Артищев, то есть Любской, говорил, что вас ожидают в Ревеле с отчетом о том, что удалось сделать. Артищев? Знаю. Но ведь дело в том, что моя командировка за границу зависит не от меня. Что касается Петрограда, то это мне легче. Вы были там недавно? Что там? Были провалы, как вы знаете. Однако сейчас, я бы сказал, все снова оживилось. Так же, впрочем, как и в Москве. Угу. Это шашлыки, так что все спокойно. Разрешите? Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Аппетитно, если судить по запаху. Прошу, пожалуйста. Прошу, благодарю. Благодарю. Ну, прошу. Мы успеем поговорить. Так. После 16-го года... После Пятигорска я впервые ем такую прелесть. Правда? Так вот, ваше превосходительство. Все это хорошо. Петроград, Москва, Нижний, Ростов-на-Дону. Но все это разрозненно. И при том связь с окордонными организациями очень слаба. Вы абсолютно правы. Насколько я понял, Ртищева, предполагается объединение всех, говоря большевистским языком, ячеек эмоцера на строго монархической основе, чтобы не пахло ни кадетским духом, ни эсеровщиной. Самодержавие и военная диктатура. Эсеровщины я сам сыт по горло. Я ведь из-за них попался и имел удовольствие отсидеть в одиночке. Меня спасла отмена смертной казни в 20-м году, и я получил всего-навсего лагерь до окончания гражданской войны. И вот, как видите,
Я на свободе. Занимаюсь коммерцией, еще кое-чем. Я ведь брал уроки у самого Бориса Викторовича. У кого? У Савенкова. Вы, значит, из этих? Из эсеров? Нет, я не из этих. В той буре, которую мы переживали, людей вроде меня бросало как щепку. В конце концов, в Берлине меня подобрал Савенков. Я оказался для него подходящим субъектом. Этот человек возбуждает во мне отвращение. Убивал министров, губернаторов, а вешали за это других, простых исполнителей. Видите ли, не надо-то, он не трус. Притом, может быть, обаятельным, пленительным. Может вас очаровать, пока вы ему нужны. А когда вас зацапают, он и не чихнет. Вы с ним коротко знакомы? Да как сказать. Жил с ним месяц в Берлине в отеле «Адлон». Роскошная жизнь. А потом для меня кончилось вот чем. Грязная изба в Полесье, спишь на полу с бандитами. Палец на курке маузера, ползешь по грязи через границу. Ждешь пулю в лоб. Не то пограничники прикончат, не то бандиты, чтобы поживиться. Дальше. Дальше, если повезет, заберешься в трущобу под Минском. Холод, грязь, кровь. В конце концов вышло так. Все хорошо. Пришел на явку. Все знаки на месте. Милости просим. Стучишь, тебе открывают. И ты испекся. Везут в Москву, там допрос, пойман с оружием, был в банде, савенковец. Расстрел обеспечен. Сидишь во внутренней и представляешь себе, в этот самый час в Париже Борис Викторович с донной пипитой сидит себе в табарене, попивает кордон руж, а вместо тебя другой дурак ползет на брюхе по грязи через границу. А для чего все это? Чтобы поджечь хату сельсовета или подстрелить секретаря ком-ячейки? А крестьяне обложат его и выловят в лесу, как волка. Значит, разочарование? Да, в методах. Дальше? Ну, дальше вы знаете. Чудом выкарабкался. Ну, что, а тут НЭП. Я кое-что понимаю в коммерции. Увлекся делами, нашел компаньонов, женился на хорошенькой девице. Но, знаете... Не по моему характеру. И вот стал размышлять. Пришел к выводу. Надо делать ставку на внутренний переворот. Интересно. И что же? Нащупал людей из бывших. Один чиновник департамента полиции, затем еще подходящие экземпляры. И, в общем, есть группа. Денег только нет. Я за этим в Петроград ездил, у них есть некоторые виды, иностранцы обещали. У меня большая надежда на вас, Александр Александрович. Если в смысле денег, то я вас должен разочаровать. Что? А потом, самая главная цель. Какова у вашей группы цель? Неужели что-то вроде Союза защиты Родины и Свободы? К чертовой матери, никакой савенковщины. Его императорское величество, законный император. Только на это еще можно ставить. Все разделяют эти верноподданические чувства? Могу сказать, все. Даже, пусть вам не покажется странным, один краском настоящий. Что вы такое говорите? Я вас понимаю. Но не все же среди большевиков кремень и железо. Так? Чекистам, например... Ничего не нужно для себя. Ест хлеб с соломой, запивает морковным чаем, не спит по ночам. Главное для него что? Идея, революция. Но есть такие товарищи, которых НЭП, так сказать, расшатал. Вот такие нам нужны. Я вам покажу. Красавец. Герой, конник, командовал полком. Из простых. Учится на каких-то военных курсах. И... Вошел в вашу группу. Отца старосту расстреляли на Тобовщине.
Хату сожгли. Жить хочется. Все это шито-крыто. Я к нему со всех сторон подходил. Вы представляете себе, кончит курс, дадут ему бригаду, дивизию. Все это очень интересно. Очень. Надо будет приглядеться к вашим людям. Только без всяких собраний, надеюсь. Да что вы, какие собрания? Я снял на болоте склад под товары. Вы увидите, как удобно. Там кого и что хочешь спрячешь. И сторож у меня. Кто бы думали? Да. Чиновник департамента полиции. Коллежский асессор. Это так неожиданно, так чудесно. Просто не верится. Все доложено штабу Эмоцер. О, извините за большевистское сокращение. Штабу монархической организации Центральной России. Угодно вашему превосходительству познакомиться с людьми? Разве только с этим. Краскомом. Это, как вы понимаете, представляет особый интерес. Отлично. Разрешите на днях сообщить, где и когда. Шелико! Счет! Слушаю, господин. Счет. Прошу. Так. Сколько же стоит такой прекрасный ужин? С чаевыми? С чаевыми около 6 миллионов. Вернее, 6 миллионов. Ровно. Да. Мое господин. Все мы нынче миллионеры, ваше превосходительство. Выходить нам лучше по одному. До встречи, Александр Александрович. До свидания. Я слушаю. Товарищ Артузов, к вам пришел товарищ Якушев. Можно пропустить? Да, я его жду. Войдите. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Я получил вашу записку, где вы просили принять вас. Я доложил об этом Феликсу Эдмундовичу. Он захотел сам поговорить с вами. Пойдемте. Пойдемте. Садитесь. Не удивляйтесь, что я вас принял в такой поздний час. К сожалению, не мог найти другого времени. Очень признателен. Поверьте, я не ожидал встречи с вами. Я полагал, что мне уделит время ваш сотрудник. Положение складывается так, что выпутаться из него собственными силами я не могу. Попробуем вам помочь. Что же с вами произошло? Еще не произошло, но может произойти. Да, да, я только что прочел вашу записку, где вы рассказываете о встрече с Ртищевым и Ставницем, так что мне не надо повторять эту историю. Понимаю. Мне казалось, что я смогу дать им понять, что ухожу из их организации навсегда. Это оказалось невозможным. Да. Я немедленно вызвал бы подозрение. Я слишком много знал, и эти, особенно Ставниц, не остановились бы перед убийством. Да, это волки, они вас в покое не оставят. Конечно, наша обязанность защитить вас. Но как дать вам возможность уехать? Но вы для них фигура, и они будут встревожены. А тревожить их сейчас не время. Ликвидация Моцара – дело будущего. Вы писали в своих показаниях, что навсегда отказываетесь от политической деятельности. Да, писал.
а я призываю вас к тому, чтобы вы вернулись к политической деятельности. Но не по ту, а по эту сторону баррикады. Вы сделали один шаг, надо сделать следующий. Я думаю, что вы поняли, нельзя оставаться нейтральным между двух лагерей. Да. Вы должны встать на защиту Родины, активно оберегать ее от злейших врагов, от интервентов, контрреволюционеров, террористов и шпионов. Вы должны бороться не на жизнь, а на смерть с вашими бывшими единомышленниками. А это значит, надо играть роль прежнего Якушева. Монархиста, контрреволюционера, заговорщика. И в то же время вместе с нами обсудить меры, как вскрыть заграничные связи монархистов, парализовать попытки эмоций вредить народу. Взять под контроль действия этих озверелых врагов Родины. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, да. Знаю, вам трудно ответить сейчас, сию минуту. Но мы ждем ответа.